Многие люди искусства, посетившие европейскую премьеру Divine Performing Arts во Франкфурте, сказали, что китайская культура была представлена на самом высоком уровне. Цвета для меня очень важны. Я также восхищена разнообразием и красотой представления. Костюмы были просто сногсшибательные, великолепные. Впечатление от этого прекрасного выступления я заберу с собой. Когда я работаю над картинами, искусство исходит из сердца, а не от разума. И раз я сегодня открыла свое сердце этому представлению, думаю, оно повлияет на мои картины. Мода всегда много значила для меня. Я в прошлом была манекенщицей и представляла моду и костюмы, чтобы люди могли видеть их красоту. Поэтому мне очень понравились костюмы. Я была просто взволнована. Конечно, сами люди, музыка, все в этом концерте потрясающе. Жить с достоинством и любить все человечество, независимо от цвета кожи, черного, зеленого, белого или красного, говоря в шутку. Я думаю, так должен каждый поступать. Я считаю, что надо уважать каждую культуру, каждого человека. Все на этой планете должны уважать другие культуры. Тогда мы будем жить в мире. NTD, Франкфурт, Германия.